И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня я расскажу про Cryptor. Главное о Cryptor. Платформа Cryptor.net позиционирует себя как криптовалютная биржа и сервис для алготрейдинга. По сути, это поставщик ботов криптовалют, который агрегирует ликвидность других бирж и позволяет запускать на них ботов. В частности, Cryptor работает с биржами Binance, OKX, Bitfinex, Bittrex и HitBTC. Боты работают на спотовом и фьючерсных рынках. Также Cryptor предоставляет пулы ликвидности, привязанные к пулам Binance и имеющие аналогичные показатели. На Cryptor можно найти функцию майнинга с помощью торговых ботов Trade to Mine. Для этого команда проекта выпустила нативный токен GTC в сети Ethereum. Торговые боты Cryptor. На главной Cryptor.net расположены основные разделы платформы. Все, что касается торговых ботов, содержится в разделах торговля и трейдинговый майнинг. Также в главном меню можно найти информацию о ценах, документацию и прочие сведения о Cryptor. Рассмотрим торговые возможности платформы. Согласно информации на сайте, боты Cryptor работают на растущем и падающем рынке. При растущем рынке алгоритм выставляет заявку в лонг, лимитный или рыночный ордер. Затем 3 страховочных ордера на покупку и 1 take profit. При движении цены вверх бот продает актив с прибылью. Если рынок пойдет вниз, сработают страховочные ордера и take profit пересчитается. На падающем рынке алгоритм полностью идентичен, с тем исключением, что бот сначала продает, а потом покупает. Пользователи могут запускать ботов в лонг и шорт одновременно. Также Cryptor торгует на рынке в боковике. Регистрация и настройка. Чтобы зарегистрироваться на сайте Cryptor, нужно указать e-mail, логин и пароль. После регистрации рекомендуется настроить защиту через двухфакторную аутентификацию и пин-код в личном кабинете. Для начала работы с ботами Cryptor нужно подключить тариф пробный, начальный, про или бизнес. Подробнее о тарифах ниже. Для подключения к другим криптовалютным биржам потребуется создать ключи API и ввести их на Cryptor. В разделе «Доступы» выбираем вкладку «Создать доступ», определяем соответствующую биржу, затем копируем API Key и API Secret. Задаем количество активных ботов, торгуем одновременно, нажимаем «Создать». Подробная инструкция по добавлению ключей есть на сайте проекта. Затем проверяем соединение и отображение баланса на бирже. Аккаунт готов к работе, можно настраивать ботов Cryptor. Чтобы избежать перегрузок сервиса, разработчики рекомендуют подключать не более 50 ботов на одну биржу. И в комментариях вы можете рассказать свое мнение, возможно, опыт торгов. Всем спасибо, ну, а также заметить какую-нибудь конструктивную критику, и я мог где-то ошибиться, я буду благодарен, если меня поправите.